Если p простое число, может ли p минус 1 факториал делиться на p? То есть берем простое число p и перемножаем все числа от 1 до p минус 1. Может ли произведение если делиться на p? Если p простое, то не может. Почему? Потому что в произведении p минус 1 факториал не участвует число p. Нет ни одного числа, которое бы делилось на p. Да. Значит, простому множителю p неоткуда взяться. Да. Ну, а мы с вами верим в основную теорему арифметики о том, что число единственным образом возлагается на простые множители, да? Да. Вот, отлично. Отлично. А теперь такой вопрос. Его нет в книжке, но все равно давайте на него ответим. Бывает ли, что число p непростое, ну, p натуральное число, но непростое, а p минус 1 факториал на p не делится? А 0 это простое число? Еще раз. У нас p натуральное число. 0, разумеется, не простое число, потому что простые составные это все только про натуральные числа говорят. Есть такие такое да, число. Какой? 4. Давай. 4. 3 факториал это 6. 6. 6 на 4 делится? Нет. А еще такие числа бывают? Кажется... На самом деле нет. Не считаю. Потому что, смотрите, когда вы берете какое-нибудь составное число, то его делители, вот составное начинает состоять из двух делителей, да? Если они разные, вот если число можно представить в виде произведения двух разных натуральных чисел, отличных от единиц, то оба эти числа есть среди чисел от 1 до p минус 1. И их произведение как раз будет какое надо. Если они обязательно одинаковые, то это означает, что речь идет о квадрате простого числа. Да. Ну, там типа p равно 9, да. Понимаете, да? Да. Или там 25. Но извините, если вы берете 9, то меньше, чем 9, есть числа 3 и 6. Их произведение делится на 9. Да. Если вы берете 25, то есть числа 5 и 10. Да. И вообще, если вы берете любое число, являющееся квадратом какого-то там простого числа q, то тогда есть числа q и 2q. Да. Почему это не срабатывает для двойки? Потому что 2q оказывается как раз равно уже q в квадрате. Понятно, да? Да. И вот, то есть есть такое забавное исключение, число 4. Если у нас рассматриваем число, если мы рассматриваем число 3 факториал, то оно на 4 не делится. Да. А во всех остальных случаях для составного числа факториал, уменьшенного на единицу, делится на это самое составное число. Понятно? Отлично.